Наркотики – бич современности. Борьба с ними идет по всем направлениям. По инициативе президента страны Касым Жомарта Токаева было ужесточено наказание за распространение наркотических средств, в том числе пропаганду наркотиков через веб-сайты и другие платформы. Прошедшим летом в области были задержаны граждане стран ближнего зарубежья за создание нарколаборатории на территории региона. Тогда же была изъята самая крупная партия синтетических наркотиков – 30 килограммов. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование и, значит, дополнительно возбуждено дело по статье 264 Уголовного кодекса, то есть руководство в создании транснационального ОПГ равного участия. В данный момент лица все задержаны, проводится досудебное расследование, по окончании которого будут направлены в суд. Напомним, подпольную лабораторию обнаружили в Теректинском районе. Под нее был приспособлен гараж и другие надворные постройки. Задержанные работали в защитных костюмах на специальном оборудовании. В данное время продолжается сбор доказательной базы. Не менее громким стало задержание жителя города Уральск, который занимался распространением наркотиков через сайт, где был администратором. С января месяца текущего года за рекламу и сбыт наркотических веществ наказание было ужесточено. Ужесточение наказания за именно распространение наркотиков, а также в том числе введено дополнение в Уголовный кодекс, это статья 299.1, то есть пропаганда, реклама наркосайтов, наркотических средств и распространения. То есть вот то, что рисунки на домах рисуют, граффити, в интернет-сайтах идет то, что реклама, за это введена уже уголовная ответственность. На сегодняшний день по области зарегистрировано 218 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 69 преступлений и 149 проступков. 16 уголовных дел возбуждено за сбыт наркотиков. При этом, согласно статистике, численность наркозависимых в области уменьшается. Екатерина Шмидт, Алтынбек Тыныш.